Это крупнейшее международное соревнование по спортивной борьбе в России. Старт играм дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Для кубанских борцов прошлый год оказался удачным на награды. Наши ребята, борцы, которые находятся в сборной России, завоевали 22 медали на различных соревнованиях различного уровня. И, безусловно, мы ими гордимся. И те мальчишки, которые сегодня начинают заниматься борьбой, берут с них пример и очень хотят быть похожими на них. Борьба – это вид спорта для сильных духом. И в первую очередь борьба воспитывает силу духа, которая так нужна сегодня нашим российским спортсменам, российскому спорту, который, невзирая на оголделую травлю, продолжает тренироваться, выступать, бороться и побеждать. Я всем спортсменам желаю объективного судейства. Достойным я однозначно желаю первых мест. Турнир имени Ивана Поддубного прошел во дворце спорта «Олимп». По итогам соревнований будет сформирована сборная команда России, которая отправится на чемпионат Европы по борьбе.